Ирина из Петербурга уже 6 лет замужем за индийцем. Вместе с ним живет в маленьком городе Путтапарти в штате Андхра-Прадеш. Место известно тем, что здесь расположен ашрам духовного учителя Шри Сатья Бабы. Россиянка ведет блог и в своих видео показывает обычную жизнь индийского городка. Раньше скамеечки были, каждая где-то там в отдельности, под деревьями спрятана, а сейчас вокруг фонтана. Индийцы любят смотреть друг на друга, а мне бы вот спрятаться. В своих видеороликах Ирина общается с мужем на смеси русского и английского. Он покупает ей фрукты и старательно снимает жену так, чтобы подписчики ее блога смогли оценить красивое сари. У меня вот такая вот муха Светочкина, да. It's my darling, very beautiful, yeah. Саши. В обычной городской жизни Ирина подмечает красоту. Это и новый перстень мужа, и трактор, раскрашенный в цвета индийского флага, и необычная яркая сари на проходящей мимо девушке. А негативных эмоций россиянка старается избегать. И даже если что-то не нравится, то не стоит ругаться и тратить свою энергию на то, на что не можешь повлиять.